Ну все, красавчик. Что это было? Это оружие ближнего боя. Ну как тебе нравится? Но мне не очень. Ну блин, но это очень, с учетом того, что я его прокачал, очень медленное, очень гребаное оружие. Очень близко оружие для ближнего действия, ближней дистанции. Но на это и надо было рассчитывать. Вот. Ну, пока с ним будем бегать, что нам поделать. Я просто и так задерживаюсь. То есть, на этих станках. Если бы времени побольше. Не, ну, смотрите, с первого раза гасит. Просто тогда было заскриптовано. А вот уроды, смотрите, ни хрена не упало с них. Давай, открывай. Ну чё тут? Уборщица убралась, нет? Подожди. А, все, все. Все, уберемся. Ах ты гад. Ой, блин, сейчас стерилизуем еще некроморфа, будто они у нас. Гермафродиты. Ой, блин, сейчас какая-нибудь рожа на весь экран, как... По-любому выскочит. Я не хочу смотреть туда. О, противогаз. Так, ну... Что там произошло? А, они просто не хотели показывать, как это все происходит. Ну да, ну да. А где остальные отсеки? Ну, там, она говорила, разные исследователи. Вон, неврология. А еще были что-то там. Теологи что-то. Что-то было. Подожди, я вот так как-то прошелся. Что я тут мог пропустить? Что за звук? Ой, блин, о, все началось. Фанатизм начался. Доктор Эрл Серрано, статус апдейт. Я все же понял, почему машина инопланетян не принимает наш кодекс. Сегодня мы нашли новый совершенно чистый образец. Его ДНК абсолютно нетронутая. Я надеюсь, мы добьемся результата, к которому так стремимся. Или стремились. Вот что это? Вот что? Завались! Патроны. Ну, хорошо. Допустим. Да нет, ну началось. Как тебе, нормально? Слышу, что нормально. Вот эта штука, она из всех частей. Из первой, второй и в третью тоже не забыли поставить. Замечательно. Так, а что это? Лучше не заходить в непонятные объекты. Давайте раздаем их, не нафиг. Может, что полезное будет. Так, вольфрам 20-ка. Хоть что-то. Эталон еще. Ой, блин, мне что, с ней переть, что ли, или нет? Или в ту штуку засунуть? Она не разобьется, да? Что произошло там? Тихо, давай, подходите. Бам! Эй! Ну, давай. Ох ты, сволочь. Ну, давай, жми! Ну! Ну, жми, жми! Что это за низкоскорострельное? А, забыл. Бам! Все, нет. Бам! Нормально, перезаряжайся, давай.
Еще раз давай. Бам! Да, здорово. Прям считай хоть их. Вот чувствую, ресурсов не додают мне. Давай, да, вот это еще на всякий. Собрали от этого. С этого ничего уже не дали. Ну, давай, кто тут? А, нет. Ой. Ты что, офигели, что ли? Что там с ней упало? Полупроводник. Здоровский. Так, все, с этой штукой нам сюда, да? I found another piece of Rosetta. I'm sending it your way. Which piece is it? It's hard to tell from the cross section, but it doesn't look like anything I recognize. Okay, I'll get it prepped when it arrives. Где сохраниловка? Так. Он спрашивает, чем отличается автосохранение в игре от предыдущих сохранений, которые делались. Ну, самостоятельно вами. Казалось бы, да. Какая разница? Либо эти сохранения, да, в непонятном месте, либо те тоже сохранения в непонятном месте. Но все равно есть некое отличие. Да, вот тебе сохранение. О, подожди-ка. Все-таки там как-то ты, не знаю, чем-то должно, наверное, отличаться. Надо подумать, чем. Просто там тоже нельзя, например, нажать F5, нажать там какую-то горячую клавишу, сохраниться. Че это вообще было? Так, что там у нас? Я надеюсь, мы не упадем вниз. Но по-любому упадем. Мне этот проход, ой, как мне нравится. Опасно. Ой, что это вообще? Ой. Ну, давай еще. Ой, какая сзади меня обошла. Так и знал. Ну-ка, давай. Заходи. Сейчас будем бомбить. Да. Перезаряд. А, ну не надо перезаряд. Все. Так, с этой не перезарядили. Вот тут что-то пропустил я, нет? Я ж слышал звук, где-то здесь был. Внизу, что ли, где-то? А, подожди. Я на меня назад вернулся. Быстрее говори. Это не бонус миссия случайно? Палеонтология. Что это? Так, преобразователь и патроны. Все нормально. Так, опять секретная комната. Так, тут какая-то штука. Ключ. О, вот эта тема тоже из второй части. А, вот тебе и есть это дополнительное задание. Угу. Но нам сюда.
Это ёлки, что такое? Точно это я не дополнительный? Да, точно. Ну все, погнали. Нормально. Помощнее, помощнее бы ему хребет сделали. Подожди. Так. Это что такое вообще? Это что за уродство? Что это за мерзкие твари? Полупроводники. А что их так много-то тут? Давай, народ, что за фигня? Ты что, охренели, что ли? Завалить. Да харе. Да что это такое, блин? Наглёшь, народ. Что это такое? Блин, мне может валить надо куда-то? Охренеть. Вы знаете, сколько вы мне должны после такого? Да что такое-то? Предворота. Охренели вообще. Мелкие наглые твари. С ума сойти. Чтоб я безимпульсный делал. Так, ладно. Блин. Я офигею просто. Так, чё он там по патронам? Да ёкарный, давай ты уже закрепись как-нибудь. Так, ну чё, патрон пока что задница. Ну не совсем, конечно, ну так. Сейчас мы тут всё осмотрим. Да, тут вроде ничего ценного нет. Все, значит, давай сканируем или что тут? Сканирую. Блин, сейчас задница начнется. Можно я заберу эту штуку без проблем, а? А что он там сказал? Опять что-то сканировать? А, сбой какой-то происходит. А куда он... Ага. А чё за... А, понял. Понял. Понял, понял. Надо, короче, это регулировать. А чё, только одна, что ли? Ну, это смешно же. А второго чё, нет регулятора? Это бред. Ладно, тогда... Наугад, что ли? Фигачить. Во, все. И все. А как она должна идти? А, блин. А это-то как это? Поправить. А, смотрите, тут градусы. Там 90, тут 60. 120. 150 и 0. 60 и 60. Подожди, но... Подожди, но... А, вот еще. Понял. Здесь нужно 90. Ну, везде, короче, на 90 надо. 20. Блин, долбанный на этот самый микрофон. Харе падайте, ты меня уже достал. Здесь... А, подожди. 120, 120.
Так. Ну, давай так попробуем. А, можно, наверное, вот что, да. Все, понял, по очереди. Теперь вот так. Ну да, дают подумать. Так. Ну. Как же мне... А, назад вернулся, посмотрите-ка. Собака, ты посмотри, что делает. Так, они не симметрично работают. Так, этот по 90 крутит. Так, сейчас 90 поставил. Так. Ну, допустим. А с этим-то что делать? Во. Я не знаю, как мне это получилось. Все по нулям, короче. Давай. Я жду тебя, мой дорогой подарок. Который я типа заслужил. Давай, вот, трехочковый, нет? Че, никак? Засранец, никак. Ну ладно. Получаем. Isaac, these slices, are you sure this is Rosetta? Only one way to find out. Let's keep going. Это я иду дальше, а не она. Dr. Earl Serrano, status update. Так, общеизвестно, что поверхность обелиска покрыта символами, которые никто пока не сумел расшифровать. Ну, я-то расшифровал. Однако очевидно, что это язык, созданный обелиск. Создатель обелисков. Сегодня команда глубинного бурения обнаружила дом структуры. Приказала доставить с планеты несколько артефактов, чтобы детально их изучить. Если это то, о чем я думал, это все меняет. Everything. Everything. Ой. Стоп. Подожди, а нам... Нам туда надо. Фу, так, все. Нам сюда. Так, а куда нам? Так, а тут что? Ну и что это вообще? Ну-ка, подожди. Подожди ты. Это, может, бонус-миссия какая? Да, это бонус-миссия. Но мы можем быть без бонус-миссии. Да, сгонять. Так. Так, а чё?